Доброе утро, драгоценные. Итак, снова у меня чашка кофе. Сейчас я дома. И хороший день у нас впереди. Сегодня 20 декабря. Многие люди завтра ожидают конец света. Сегодня на завтра. Сегодня на самом деле интересный день в нумерологии, если так разобраться. Это 2012-2012. Потому что сегодня 20 декабря, 20 12 месяца и 2012 года. Поэтому интересный день. И кто-то ожидает, что завтра все закончится, но мы-то знаем с вами, читая Библию, что не завтра все заканчивается, по одной простой причине, потому что еще есть множество событий, которые не исполнены в Писании. Поэтому парад планет – это лишь парад планет. Поэтому ничего страшного, жизнь продолжается. Да и в конце концов я хочу вам сказать, однажды жизнь закончится, и однажды мы все с вами предстанем перед Богом. И каждый дадим отчет за то, что мы делали, и также за то, что мы не делали, зная, что могли бы это делать. Сегодня, конечно, мне хотел с вами поделиться такой радостной новостью. Она касается и вас, и меня в том числе. Я вчера вот получил вот эту вот книжку. Я услышал о том, что издали эту книгу, и мне очень хотелось ее получить. И вчера мне ее дали. И знаете, что я здесь нашел? Я нашел здесь нас с вами. На буквально 77-й странице данной книги. Это учебный материал для церквей во взаимодействии с медиаресурсами, во взаимодействии со средствами массовой информации, как правильно все делать. И здесь есть маленький абзац, который говорит о том, что пастор из Одессы, я перевожу сразу на русский язык, наша книжка на украинском, записывает видеоблог «Завтрак с Андреем Бакалы» и размещает его на YouTube. В несколькоминутном ролике он рассказывает про разные жизненные ситуации, записывает это в автомобиле, в комнате, на кухне. И его мысли могут просматривать все желающие. И знаете, это интересно, потому что, несмотря на то, что мы делаем это меньше года, и мы с вами встречаемся, стараемся встречаться как минимум каждое утро, каждый рабочий день, для того, чтобы делиться Словом, для того, чтобы размышлять над Словом Божьим. Для кого-то это стало примером. И сегодня это оказалось в таком учебном материале, в учебнике для многих людей. И несмотря на то, что мне казалось, что это так достаточно малозначительно, делаю я это для какого-то, может быть, достаточно ограниченного количества людей, но это стало примером для кого-то. И большое спасибо за то, что обратили на нас внимание. Но на самом деле, знаете, точно так же и мы с вами в нашей жизни. Мы можем делать какие-то вещи, которые кажутся для нас, может быть, малозначимыми, может быть, не настолько великими. Просто мы делаем это, потому что мы это делаем, но для кого-то это может оказаться примером. Поэтому будьте верны в том, что вы делаете. Оставайтесь верными, продолжайте делать то доброе дело, которое, может быть, вы делаете недавно, может быть, вы делаете уже давно. Но будьте верны в этом, потому что Бог на это обращает внимание. И знаете, то, что Иисус сказал потрясающе в Нагорной проповеди, Он говорит о том, что сделанное в тайне очень важно для Отца. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами молились в тайне, очень важно, чтобы мы благословляли других людей в тайне, очень важно, чтобы мы постились с вами в тайне, то, что не видит никто, для того, чтобы не получить награду здесь на земле. И тогда за это мы с вами получим награду на небесах. Поэтому пусть Бог благословит вас. И я верю, что мы увидимся с вами завтра. Я даже уверен в этом, что мы увидимся с вами завтра. Поэтому благословений, хорошего вам дня, хорошей подготовки к 21 декабря. С Господом!